Помогите! Ой, это еще что такое? Так, пойдем посмотрим. Я не понял, что это еще за нубас? И где я вообще оказался? Приветствую, я генерал нубских войск. Что? Я не понял, какой-то слишком знакомый голос. Это что, Савчик, что ли? Да, здорово. Ты что, пришел сюда за алмазиками? Ну, по всей видимости, да. А что? Хе-хей, смотри видосик до конца. Там тебя ждет конкурс на 30 рублей! В смысле? Что? Какой еще конкурс? Я думаю, то, что видео обязательно нужно будет досмотреть до самого конца. Я тоже хочу на халяву получить 1000 рублей. У меня есть для тебя работеночка. В смысле? Я не понял, что ты еще задумал? Выполняй миссии. Сражайся против других нубиков и зомби. Я дам тебе алмазики. Поздравляю с победой! Ты заслужил первые 50 алмазиков. На них ты сможешь купить сундуки в магазине и получить новые карты и русские. Окей, давай попробуем. На этом все. Дальше ты сам. Удачи, нубасина. Слышь, ты там ничего не перепутал? Сам ты нубасина. Так, смотри, здесь есть сразу три режима. Классика, миссии и царь горы. А во что из этого мне нужно поиграть? Кол сначала в классику. О, опять этот генерал нубских войск вернулся. Окей, так уж и быть. Давай сыграем сначала в классический режим. Посмотрим, что мы там должны делать. Карты и оружие я, пожалуй, оставлю случайно. И, по всей видимости, сначала мне нужно просто победить противника. Смотри, я сражаюсь против самого настоящего зомби. Нифига себе! Но у меня получилось его вынести. Правда, это было прям очень жестко. Ты видел, он вообще там какой-то бомбой стрелял? Ой-ой-ой, на меня еще и бомба летит. Хорошо, что я хотя бы смог от нее увернуться. Так, смотри, короче, здесь, если что, стрельба автоматически и прицеливание тоже работает автоматически. Но вот мне нужно максимально от него сгазиться, и пока что у меня все получается. Смотри, у меня уже есть 3 звезды. А у него все еще ни одной, потому что он меня еще ни разу не убил. Кажется, этот зомби-нубик вообще самый настоящий нубас. Ой, кажется, он меня все-таки один раз вынес. А почему у него оружка такая имбовая? Почему он сразу по несколько раз стреляет? Мне кажется, это как-то нечестно. Но самое главное, это что я все-таки смог его вынести. Опа-на, а сейчас я могу сразу пооткрывать сундучки. Давай попробуем, конечно, это сделать. Тем более, что у меня есть целых 50 алмазиков. Откроем тогда 2 сундука. Первый с оружием. Из него мне выпал пустынный орел. Нифига себе, это самый настоящий дигл. Я, конечно же, не против его получить. И еще могу разблокировать карту. А из карты мне выпадет лабиринты. И алмазики, к сожалению, у меня уже закончились. Смотри, еще я тебе хотел сказать то, что в эту игру можно играть как на одного игрока. То есть я сейчас один сижу и один играю. А можно даже играть вдвоем. То есть ты можешь просто зайти со своим другом прямо в школе на переменке и поиграть вместе в эту игрушку. Я думаю, что это будет очень весело. Ну а раз я играю один, тогда погнали просто с тобой быстренько попроходим еще и миссии. И посмотрим, какие у нас здесь есть. Если что, я уже немножко поиграл в эту игру и прошел целую кучу миссий. А именно, я прошел целых 6 штук. Давай сейчас просто с тобой зайдем в 7-ю миссию. Надеюсь, то, что здесь у меня тоже, конечно же, получится затащить. Но капец, эта игра на самом деле вообще очень непростая. Здесь сложно играть с этими нубиками. Такое чувство, как будто бы они учатся играть вместе со мной. И я просто с этого максимально в шоке. А еще я тебе хотел сказать, что ты тоже, конечно же, можешь поиграть в эту игру. В нее, если что, ты сможешь поиграть в обычных Яндекс-играх. То есть, как ты понимаешь, эта игра абсолютно бесплатная и очень-очень интересная. Так, у нас пока что с этим нубиком счет 1-1, но что-то у меня такое предчувствие, что он меня сейчас вынесет, потому что у меня осталось слишком мало жизней. Он еще и отхилился от собака сутулая. Этот зомби-нубик точно какой-то слишком жесткий. Его у меня одолеть что-то вообще нифига не получается. Ладно, сейчас я еще отыграюсь, вы не переживайте, только у меня опять осталось как-то слишком мало жизней. Так, аптечка, она мне, конечно же, пригодится, и я сразу же этого чубзика, конечно же, вынес. А еще я себе накопил целую кучу алмазиков, и прямо сейчас после этой катки мы с тобой просто пойдем и быстренько пооткрываем еще кейсики. Интересно, какие оружки мне здесь могут выпасть? И мы с тобой сейчас, конечно же, это все узнаем. А еще я, конечно же, не забыл про конкурс, и сейчас я тебе про него расскажу. Сейчас только подожди, этого зомби нубасину выиграю. Счет у нас пока что 4-4, и я немножечко проигрываю по жизням, поэтому я сейчас, возможно, сольюсь. Мне нужно подобрать аптечку. Он меня выиграл, вы серьезно? Да, уж такого я, конечно, не ожидал. Ладно, я тогда просто выйду в главную менюшку, зайду в магазин и пооткрываю здесь кейсов. Ты просто посмотри, сколько у меня алмазиков. Я думаю, то, что кейсов мы откроем очень много.
РПГ? Что? Такого я даже не ожидал увидеть. Опупенно. Я думаю, то, что с помощью нее я смогу убить целую кучу этих нубасиков. А еще появились настоящие сюрикены. Так, давай еще откроем парочку ящиков с картами. Может быть, там тоже выпадут какие-нибудь имбовые карты. Пещера. Эти карты, если что, нам пригодятся для того, чтобы мы могли играть вместе с нашими друзьями. Ну, в смысле, когда ты будешь играть со своим другом один на один. Опа-на, выбили револьвер. Только один пистолет у меня уже есть, не знаю, зачем мне второй. Откроем еще один, и сейчас нам выпал дробовик. Так, давай зайдем еще раз в режим на одного, и сейчас давай с тобой поиграем в Царь Горы. Соревнуйся с друзьями на лучший рекорд. И мы с тобой сейчас потихонечку подходим к нашему конкурсу, потому что конкурс будет именно в этой мини-игре. Сейчас я тебе все расскажу, что нужно сделать. Сейчас только подожди, нужно этих чубзиков убить. Смотри, у меня, если что, сейчас идет первая волна этого нубика, то есть первого чувака я уже загасил, сейчас нужно будет быстренько еще вот этого чубзика убить, и у меня уже начнется вторая волна. Это, если что, мой новенький рекорд. Сейчас я постараюсь просто здесь сделать максимальный рекорд. Всего лишь 3 волны. Новый рекорд 3. Да уж, получилось набить всего лишь 3 волны. Это как-то слишком мало, нужно исправиться. Сейчас просто сыграем еще разочек. 1 час спустя. Это просто какой-то капец, смотри, я уже дошел до 7-й волны. Только у меня остается последняя жизнь, и меня сразу же вынесли. Окей, новый рекорд, 7 волн. Это уже немножко покруче. Правда, для этого мне пришлось играть здесь целый час. Но думаю, то, что у тебя, конечно же, получится намного лучше. И смотри, твоя задача просто набить здесь максимальный рекорд. Второе условие, тебе просто нужно сделать скриншот. Вот такой вот скриншот, сколько ты смог набить себе волн. И этот скриншот нужно скинуть в мою группу ВКонтакте в сообщение. Тот игрок, который сделает максимальное количество волн, получит 1000 рублей. Если что, у тебя еще есть время, потому что итоги будут подведены 12 декабря. То есть у тебя еще будет время потренироваться. А я пока что собираю аптечки, потому что они мне капец как нужны. И потихонечку продолжаем выносить этих нубасинов. Тихо-тихо, я еще сам только что чуть не умер. Оно мне нафиг не надо. Так, смотри, я опять, походу, иду на рекорд. У меня уже есть 5 волн, и сейчас мы сделаем намного-намного больше. 6-я волна есть, а пупенно так тихо на мину мне вставать нельзя. Меня вырубили! Рекорд я все-таки не смог нафармить. Вот, блинский блин. Ну ладно, зато надеюсь, у тебя это, конечно же, получится. А мы с тобой погнали еще поиграем в миссии. Я все-таки хочу это сделать. Пройти этот 7-й уровень. И кажется, сейчас я это сделаю, потому что, смотри, у меня уже есть 4 звездочки. Я могу даже, в принципе, просто стоять на месте, и этого чипсика, конечно же, смогу вынести. Опупенно! Все-таки я смог пройти 2-й уровень. Я даже могу, если что, удвоить награду. Для этого мне нужно просто посмотреть рекламу. Если хочешь получить побольше алмазиков, можешь, конечно же, это сделать. Ну а мы с тобой переходим к уровню номер 8. Этот уровень уже оказался немножко полегче, потому что, смотри, у нас счет опять 4-1. Только сейчас он может меня вынести. Тихо-тихо, мне такого не надо. Нужно сейчас отыграться, один раз попасть по нему. Фух! Хорошо, что я это сделал. Сразу же получил очередную победу. И погнали сразу же дальше. На 9 уровень, капец. Мне кажется, что я уже скоро наконец-то пройду эту игру. Я понял, в чем была суть этих оружек. Просто если я попадаю, то мне еще и одну жизнь восстанавливают. И это, конечно же, просто вообще лютая штука. Потому что я могу стоять на месте. Я не понял, почему он первый стреляет. И из-за этого я не могу его убить. Ладно, сейчас тогда просто постараемся выиграть. Чего? Он меня еще обманул. Он меня еще и выигрывать начинает. Не-не-не, чувак, у тебя такое 100% не пройдет. У меня остается последний удар. И, блинский блин, все-таки не могу его выиграть. Опа-на! Просто забайтил его и взорвал на настоящей мини. Вот так тебе и надо, чувачок. В 10 уровне мы сражаемся просто огромными базуками. Ты на это посмотри, как это эпично выглядит. И как я его быстренько вынес. Капец. Этот чувак вообще оказался каким-то дубасиком. Так, а я уже понял примерно тактику, по которой нужно играть. Нужно просто максимально находить подходящие тайминги и в них убивать этого монстра. Сейчас мы быстренько выстрелим. Оп, уворачиваемся. Но, блин, попасть не смог. Окей. Обидно, досадно. Ну ладно, тихо. Сейчас, кажется, он меня может вынести. Оно мне нафиг не надо. Да как он меня убил-то только что? Ладно, чувак, я тебя понял. Сейчас я тебя 100% вынесу. Да, блинский, блин, он меня в ловушку зажал. От собака, ты его видел? Кажется, этот бот тоже какой-то слишком умный. Но нифига подобного. У тебя все равно ничего не получится. Потому что у тебя последняя жизнь, я тебя сразу же вынес. И сейчас я уже, кажется, выиграю в этом режиме. Опа-на. Просто опять его немножечко надурили. Только он меня тоже надурил. Тихо-тихо-тихо. Главное, только мне не взорваться. Ух, это было жестко. Но я затащил, наконец-то. Смогли пройти целых 10 уровней. И, насколько я знаю, сейчас у меня должен разблокироваться самый настоящий босс. Но я думаю, то, что мы с тобой можем открыть еще немножечко кейсиков, потому что я накопил еще алмазы.
Испепелитель? Чего? Я уже хочу его затестировать. Капец, мне кажется, эта оружка прям капец какая эпичная. Огневая мощь. Капец, еще какой-то огнемет мне выпал. Что вообще происходит в этой игре, я не понимаю. Лазерный пистолет. А можно было мне такие пушки в самом начале и выдать? Почему у меня были какие-то пистолетики, а сейчас просто оружки какие-то сверхимбовые? Еще выпал какой-то посох вампира. Я даже пока что не представляю, что это такое может быть. Но давай еще откроем один кейсик с картами, чтобы наша игра была немножечко поинтереснее. Ой-ой-ой, кажется, сейчас против меня появился самый настоящий монстр. Ты просто на него посмотри, какой это гигантский зомби. Чего? Откуда ты вообще взялся-то, чувачок? И еще один вопрос, как мне тебя убить? Ты просто посмотри, у него 4 руки. Его вынести будет 100% очень хардкорно. Но я, конечно же, постараюсь это сделать. Половину жизни я уже ему снес. Но правда, у меня жизни осталось еще меньше. И этот чувак первый раз меня выиграл. Окей, тогда сейчас мы возьмем лазер и с помощью лазера постараемся его, конечно же, вырубить. Просто его испепеляем. Так, тихо. Короче, я, кажется, понял тактику, по которой нужно действовать. Нужно просто максимально уворачиваться от его пуль. Тихо, да ёк-макарёк, почему он такой жесткий-то? У меня нифига не получается убить этого монстра. Он, если что, находится в одиночной игре на 16 уровне. И, насколько я знаю, он разблокируется только после того, как ты пройдешь 10 миссий в этой игре. Да капец, что вообще за дичь? У меня не получается его вынести. Так, тихо. Нужно хотя бы один раз его одолеть. Я думаю, то, что я должен это сделать. Самое главное, что я увернулся от мины. Хорошо. Только у меня остается половина жизни, а у него целых 30. И кажется, что у меня просто нет шансов. Кажется, я придумал для тебя челлендж номер 2. Попробуй просто взять и уничтожить этого монстра. Потому что у меня это нифига, блин, не получается. Я его вообще все еще ни разу даже не убил. Это задание какое-то слишком сложное, и кажется, я его выполнить не смогу. Но это все потому, что в этой игре я какой-то самый настоящий нубик. А я знаю, что среди моих подписчиков есть настоящие профессионалы, которые 100% смогут его уничтожить. Эй, блин, я думал, что я смог его взломать, но нифига подобного. Он меня просто взял и миной своей оттолкнул. Тихо. У меня остается мало жизней. Да он вообще меня в сухую выиграл. Я его не смог ни разу вынести. Если у тебя получится убить этого монстра, сделай, пожалуйста, скриншот и скинь его также в мою группу ВКонтакте. Потому что мне просто очень интересно это узнать. Будет ли хотя бы один человек, который смог его вынести. Потому что мне кажется, что это вообще невозможно. Да ё-моё, как он меня уже достал. У меня вообще нифига не получается его убить. Так, потихонечку залазим, уворачиваемся, прячемся. Ну, нужно просто как-то научиться уворачиваться от этих пуль. Ну это капец как хардкорно. Так, на меня еще и мины вот эти автоматические летят. Да с какого фига-то, я не понимаю. Боже, короче, меня уже просто начинает бомбить. Он меня в очередной раз выиграл. Я ссылку на эту игру обязательно оставлю в описании. Можешь зайти и попробовать его уничтожить. Ну и не забывай, конечно же, участвовать в конкурсе. Напоминаю, ты можешь выиграть 1000 рублей. А еще не забудь, конечно же, поставить лайк на это видео, подписаться на канал и посмотреть предыдущий видосик, потому что он тоже был очень-очень интересный. Нажимай на него скорее.